Всем привет! Продолжаем смотреть на наши дома на Васильевском острове в Петербурге. Дом номер 17 по 10-й линии Васильевского. Архитекторы Фонтана. Год постройки 1861-1862. Жилой дом. Пользуюсь данными сайта City Walls. Немного, конечно, данных, но все, что есть. Вот что написано. В 18 и первой половине 19 века стояли небольшие деревянные флигели. По красной линии рядом с ними на месте сада архитектор Фонтана построил в 1861-1862 годах четырехэтажный доходный дом. Здесь жили 1905-1907 архитектор Бибер, 1906-1909 архитектор Бок, 1906-1907 гражданский инженер Владыкин, 1897-1898 скульптор Попов, 1892-1894 историк Лапа-Данилевский, 1910-1913 архитектор Маккензен, а 1860-е архитектор Щурупов. Говорили, что в этом доме жил тренер и бывший игрок хоккейного СКА Валерий Васильевич Шилов, помогавший Пучкову в 1971 году завоевать первую в истории бронзовые медали чемпионата СССР. Ну вот все, что написано на сайте ВОЗ по дому номер 17 по 10-й линии Васильевского острова. Пока-пока, до свидания.